Мечеть зазывает. Привет всем. Доброго времени суток, друзья. Вот закупил я такие бойлы сегодня, кукурузные, вишневые и один какой-то красненький, не знаю. Но это он побольше размером, но был только один остался. Все разобрали, но взял для пробы. Вот. Потом взял вот такие вот переходнички, 4 штучки на запас. И взял, друзья, вот такие крючочки. Вот, это как раз крючочки под эти бойлы. Самый раз будет на карася, на сазанчика. Сейчас крупного сазана нет, но турманчики по 1,5-2 килограмма, такие сазанчики может и быть. Так что будем пробовать на завтра. Ну вот, друзья, берем бойл, сверло 2,5, даже нет, по-моему, 2 сверло, вот, и начинаем потихоньку просверливать. Бойл жесткий, идет тяжеловато. Так, здесь я уже просверлил вот. Вишневые такие вот бойлы. Вот таким макаром еще пробью их. Вишневый я взял для пробы парочку штук. Один я взял вот такой желто-красный. Не знаю, что это за бойл. У нее тоже не было написано, но посмотрю. Попробуем его поставить. Вот. А это кукурузные бойлы. Хотел взять малиновые бойлы, друзья, но малиновых бойлов не было. Вообще, хороший магазин, где много товара. Был пожар, магазин сгорел. Вот. Так что... Ай! Ага, заклинил. Вот таким макарчиком мы сверлим. Вот. А этот жмых клубничный я взял. Вот. 10 штучек взял. Его сейчас пополам сделаю. Покажу вам тоже. Вот таким макаром я делаю его. Ну вот, друзья, я сделал одну оснастку. Это бойл клубника. Вот такой. Вот таким макаром бойл вешается на крючок. У меня 2 крючка.
как вы видите, жмых клубника и скользящий груз троечка. Вот. Это я забрасываю донку с помощью спиннинга, поэтому я применяю груз только троечку. Груз вот скользящий он. Вот. Сейчас буду еще готовить. Ну вот, друзья, у меня здесь еще бойлы остались, парочка клубничка запас и жмых конопля, тоже бойлы. Вот, вот такие вот все, что у меня осталось пока. Это на сегодняшний день у меня все, запасы кончились и в магазинах тоже нет. Вот, так что пока будем пользоваться этим, что у нас есть. Может, до зимы хватит.